Всегда, но мне сильно
Да, любите ли здесь Италию? Я. 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 Я.
Ну вот, друзья, вы видели фрагмент из нашей работы. Не говорили, просто работали. Так как всегда работаем, как говорится, без всякого тут, без всякой клоунады перед камерой. Просто работали и идет музыка. Теперь вот 5:30 уже. Убираемся. И едем. Блочки закончились. Тут плохо посчитали. Вернее, хорошо посчитали. Покупали ошибки, я там на 10 штук. Не 10, даже больше. 18 нам надо, да? Мы посчитали хорошо. Тогда 10 посчитали и 12, но все равно, видишь, не хватило. Половинки тут вверху еще. Еще 18 штук надо купить завтра и закончим. Ну вот. Медленно шло. Потому что еще провода сразу вытаскивали, заодно вот розетки уже стоят. Мерили пока тут. Позже начали, наверное, в 9. Вот и все. Час времени уже. Ну все, на сегодня хватит. Всем пока.